Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим с вами Assassin's Creed China 2D Action RPG платформер. Господи Иисусе, чем только не занимаются Ubisoft, это просто, ну, это ужасно, по-моему. Мало того, что они штампуют этих ассасинов каждый год или каждые полгода, но черт возьми, ну как так можно? Китай, 1526. Эта эпоха в китайской истории мне неизвестна, поэтому будем ориентироваться по ситуации. До момента, как Джавин, глава Йонгу, известных как Тигры, уничтожил китайское братство ассасинов. На самом деле Тигры — это тамплиеры, которые втайне управляют Китаем, используя императора как свою марионетку. Шао Цзинь — одна из нескольких выживших, вернувшись в Китай по приказу Ван Янмина, нового лидера ассасинов. Вместе они планируют уничтожить Тигров и освободить Китай от власти тамплиеров. Они возвращаются в свое старое убежище пещеры Май Цзичань. Некогда здесь находилась крепость ассасинов. Теперь это тюрьма тамплиеров, который управляет Гао Фэй. Чтобы пробраться к своей цели, Шао Цзинь позволяет взять с собой в плен. Она взяла с собой артефакт Предтеч, переданный ей Эцио Аудиторе, зная, что тамплиеры захотят выяснить, что это такое. Нахера? Причем тут Эцио? Шкатулка пуста. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. У неё даже броню не забрали. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. Ну, пускай попробует. Sure. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Хорошо, побег. Там мы читали. Дополнительное здоровье, дополнительная задача. Спасите осведомителя ассасинов. Если что, это не я. Ага. Эй. Вот так вот, собственно, выглядит игра. Хочу боевую систему. А? Кто? Что ты на ли, не дон? Пайтхо, боя. Данда. Не. Понятно. Судя по всему, оружия у нас пока нет. Хорошо. Управление интуитивное, хорошее, красивое. Вообще не особо люблю 2D платформеры. Как игровая механика, они
по-моему, устарели уже давным-давно. Но на самом-то деле это... Это выглядит очень даже не дурно. И играется пока вроде неплохо. Но сейчас еще посмотрим боевочку. Простите. Ну давай же. Ай. Простите, пожалуйста, дорогие друзья. О, победа. Ни в одной игре не люблю прыжковые упражнения. Ну, кроме Mirror's Edge. Так, слышишь, подожди. А тут чего? По-любому же секрет какой. Часть базы данных анимуса, небось. Хайдаут. Опа. Изи. Ваш стиль игры будет оценен после прохождения отдельных эпизодов. Незаметно принесет вам больше очков. Вы получили оценку «Тень золота». Ну, здорово, чё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну пока драться нет нужды, поэтому ладно, не будем. Тем более я пока не знаю как. Не попадайте. Хорошо. Используйте свиток. А, свист. Смойся. Побежали, побежали, побежали. Ей. Клинок на ботинке. Неплохо. Good to have you back, my friend. О, что это? Чинбяо. Ну что мне с тобой сделать? Отправляйся в ад, чё.
Во-в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 о-
А как же обычная механика Assassin's Creed? Судя по всему, нет. Почему она не работает? Ох, ладно. Тихо. Easy game, easy life. Ну, это, в принципе, первая миссия, поэтому чё тут. Показывают маршруты. Не, ну я вижу, в принципе, как это можно сделать. То есть, когда они проходят, можно зайти за спину и спрятаться. Главное не провтыкать вот тот момент, когда поворачивается один. Так, 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 так. Вот сейчас, например. Оп. 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 И в ад, чувак. Можно было вообще по стелсу пройти, ну да ладно. Ассасин золото. То есть тень золота, ассасин золото, такое. F плюс куда-то туда, G. Успел? Но я бы лучше посвистел, впрочем. Да ладно. Где же они? Хер его знает. Шутиха, короче. Когда охранники увлечены беседой, они не видят, что происходит за спиной. Так ты чё мне предлагаешь? Открытую драку? А, десинхронизация сразу же. То есть один удар и все. Тут особо не повоюешь, это вам не принц Персии. Все понятно. Ладно, тогда прыжок. Все, короче, придется по стелсу проходить. Не люблю стелс игры. Ну это явно не просто так. Главное спину прикрой. А ты меня. У них нету маршрута. Поэтому ладно. Дэкс. Кто-то доходит аж сюда. Двое доходят.
Тихо. Блять. Ясно. Надо было пробежаться. Буду знать. Ну, как видите, появляются уже первые сложности. Не все так однозначно. Найдите свой меч. Может, именно из-за того, что у меня нет пока меча. Опа. Хорошо. Не, ну вы же меня убили, пидорас. Поэтому все-таки Gold Assassin. Got it. Угу. Там мой меч, тут три пацана. Нет, мне не подходит. Надо что-то тихо бросать. Бросить куда-то сюда, что ли, когда они будут подходить, я их перепрыгну и тогда побегу. Блин, не сработало. Слышь, может его тупо хлопнуть? Попробовать пробежать? Сейчас, сейчас так и поступим. Что делать? А. D плюс C. А, это блоки. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Ну я же сделал. Понял, мать. А, это вместе их надо нажимать. Yes, that's it. Хорошо. This time when you block performer all over. Выполнить перекат. Эй, так я ж... Блять, немножко неудобно. Да не, до хера неудобно. О. Ай. Иди понамать. Perfect. This tactic is also good to escape from combat. Attack this enemy. Show me how you strike with your sword. Good. Standard attacks are quick, but they deal little damage. Strike the enemy harder than that. Excellent. Heavy attacks deal more damage. See? The enemy is now weakened. Finish him. Хорошо. Good. Keep going. Джули!
сука, мрачный. 来帮忙! Да ё-моё, я не успеваю, у них постоянно вот этот вот знак вопроса над башкой. Бесит же. Непонятно, когда они начнут просто атаковать, вот, что-нибудь. Тревог. Слышь, так чё, пойдём? А ты думал? А всё уже не так просто. Теперь это не такая уж и беззащитная девочка. Ай, не успел. Алло. Да ё-моё, я ж нажимал. Хорошо. Вот это как раз он. Your man did not capture me, Galf. I allowed myself to be caught. I was exactly where I wanted to be. Close enough to kill you. Чик. Я не знал, что where тут. Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve. Короче, сюжет пока дебильнейший. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Даже если бы она хотела просто истребить тигра, она бы могла и попроще что-то найти. Тень 8, все на золото, ассасин убийства 2, все на золото, боец 1 на бронзу. Нет, я типа там двоих по стелсу прикончила. Три осколка не нашел. Ну ладно, короче. Какая-то такая статистика. Улучшение. Шкала здоровья. Из укрытия в укрытие. Механика. Питательный нож. Шумовой дротик. Лады. Собственно, какая-то такая, в принципе, игрушка. Тут прописан сюжет, играется она довольно неплохо. Ну, такой стелс-экшен. Забавный, 2D-шный. Тем более про Китай. Первый
Тем более про Китай. Вроде забавно. Я могу прыгать по стенам, чем. О, прыжок на Верочку. Time to become more familiar with my surroundings. Нихера себе тут уровень. Короче, разберемся. Прыжок на Верочку. Ух! Да, после такого прыжка я... А? Кто-то идет? Быстро убийство. Хорошо. Боец бронзы. Конечно. Я уж думал, это кто-то кто-то стоял на красной крыше. У вас есть маршрут? Нет. Опять же бронза. Ладно, вроде как продвигаемся, с мечом стало попроще. В бою странники могут звать помощь. Угу. Обычно появляются из закрытых дверей. Так они смотрят друг другу в спину. Зона подкрепления. Он херает нож. F. Увеличить эту зону, посвистеть. Парень. Такая же фунт тай да. Еще бы дальше стал, короче. Ассасин, тихий убийца. Ты будешь тут проходить? Нет, не будет.
времени на проход у меня. Но должно хватить, если пробегусь. Можно свистнуть, конечно. Хорошо. Не-не-не. Ага, туда я никак не могу выпрыгнуть. Ну ладно. Пока что игра передает весь дух ассасининга в полной мере. То есть лазания, крабьи, вот эти вот лазания по стенам. Скрытные убийства. Только вот одно единственное, что не передает эта игра, на самом деле, дух свободы. Присущий первому ассасину, Black Flag. Кстати, Assassin's Creed Rogue тоже. F+. Как? Чик. Неплохая система. Неудобная, конечно, в бою, но... неплохая. Так, там можно поднасрать им. Ё-моё. Так, отставить. Эй, спрыгивай. То есть я, получается, два обманных маневра. Я думал, оно их убьет, а оно их не убило. Вот в чем печаль ситуации-то. Чего вы там хрустите? Давайте сюда хрустики. Нахерен. Чё, драться будем? Эй! Тревога. Плохо дело. Не, нормально. Бронза, конечно. Не, боец золота. То есть там по-другому не пройти было, да? Пришлось бы драться. Я думал, тут все по стелсу можно проходить, оказывается, нет. Слышь, так давай спустимся вниз. Там же ж этот прикол был, нет? Да-да-да. Фрагмент анимуса.
как это взять-то? Можно использовать метательный нож. Бери ты его, ну я не знаю. Я он, например, пробовал все кнопочки, но он что-то не пополняет, не хочет. Не, надо посмотреть. Какой-то способ. Got it. А, зажимать надо, все понятно. Они будут проходить, я им там массакру кровавую устрою. Йоло. Да тебе тоже. Там мне не забраться. Арбалетчик. Let's test your reflexes. Не понял. Still sharp, I see. Try again. Но. Good work. Ай. Close for the kill. Excellent, Shao. Your training is almost done. Хорошо. Вроде не должно быть, собственно, сложно. Я его, наверное, по стелсу прикончу, если получится. Ну да. Вроде не сложно. Нихера себе. Многоуровневость. Псевдо, конечно, но нарисовано неплохо. На самом деле игра линейная. Ибо ее пройти можно только одним способом. Бежав вперед, в бок или вниз. Будет какая-то цель? Или будем дальше вот это вот раковать по стенам?
Что это такое? Ну хорошо, глянь. А его надо спрятать в сень, включать ее. Это такой... О, еще один способ хайда. В кустах можно спрятаться, чтобы вас не заметили. Блин. То есть, но шевелиться тут, судя по всему, нельзя. Ибо когда начинаешь шевелиться, кусты тоже шевелятся, это палит. Понятно. Никого нет. Ой-ой-ой. Так эти пацаны даже сюда доходят. Эй, не. Но одного можно на развороте принять. Вот они доходят, поворачиваются, переглядываются. И один из них падает на развороте. Спокойно. Голд ассасин, ёпт. Ну нормально, боец бронза напинал как... Ладно. Ой, не то. Сенса, попроще. This is where we used to keep the assassin scrolls. I should try to retrieve as many as I can while I have the chance. В чем твоя проблема? А, не-не-не-не-не. Мы пройдем, пожалуй, поверх. Эй, ох ты, мразота. Я не заметил. Ну ладно. Интересно, большой этот уровень? Давай. Как-то так это должно было получиться, конечно. Угу. Не, парень. То есть...
А, это переход на ту сторону. Так, не, подожди. Мне надо как-то сюда попасть. А как мне сюда попасть? С верхней клетки, походу. Давайте попробуем. Вот один из свитков. По-любому там еще что-то есть. То, что я пропустил такой здоровый кусок там. Боец бронза, нормально? Вон она. Сраные птицы. То есть даже когда я вот тут прохожу, они щебечут. Нет? Нет, тут нет. Только когда рядом с ними, это плохо. Ну и что? А! А! Сука! Он меня заметил. Что мы сделали? Че, какого хуя? Ох, уже эти стелс-экшены, бля! Не-н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 е. Успокойся. Никого тут нет. Изи. Как ты думал? Надо как-то поближе пробираться. Раз. Два. Хорошо, вроде как норм, да?
все равно ничего ценного не было. То есть ни свитков, ни хера. Ну и лай себе. Господи, недосоздание. И тут нифига, ну что ж такое. А там внизу что? Вот, как раз таки там внизу и свиток. А как туда попасть? Не-не-не. А как туда попасть? Я не знаю. Хорошо, что зашел. Так, и останется только один свиток. Там что-то параша с этими, блин, арбалетчиками. Канарейками и прочей хуйней. Не, ну туда уже нет смысла идти, там я все сделал. Нормально, короче, я по стелсу аки демон, а мне бронзу. Слышь, а чё я могу с ним сделать? Нет. Его нож убьет, если я брошу. Мы с ним на разных плоскостях. В этом и проблема, частично. Вверх, наверх, наверх. Да наверх ты лезь, ёб твою мать. Капец, меня завалил арбалетчик. Тут ударом, блядь, арбалета просто... Сука, что, блядь? Да не они. Короче, мне свиток не засчитать. Заебись. То есть, когда я его взял, чекпоинта не было. Ясно. Ладно, дорогие друзья. Вот такая вот, собственно, игрушка. Не очень я люблю платформеры, тем более стелсовые. Нет, не нравится он. То есть... Игрушка нарисована классно, играть в нее интересно, возможности, вот, даже несколько уровней, то есть, все равно она линейная, но многоуровневость, это интересно. Я сначала думал, что это по приколу сделано, но нет, все на самом деле очень и очень недурно, куча всяких возможностей, плюс вроде бы... Нормально прописан сюжет, ну то есть как нормально, в духе ассасинов. Вот что-то такое, плюс Китай. Не знаю, на что ориентировались разработчики, наверное, на планшетников. Все-таки Китай, Япония это миры планшетов. Ну ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, вот такая вот игрушка. Сегодня мы с вами посмотрели Assassin's Creed China. Это было забавно. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока.